Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я покажу один из двух топ-багов, которые мне показали мои подписчики. И, ребята, начнем мы с того, что я сейчас устрою самый высокий в игре аттракцион. Да, ребята, сейчас я вам покажу супер-баг с вот этим зеленым аттракционом. Ой-ой, птичка, ты мне как раз и нужна. Пошли со мной. Идем, ты мне очень сейчас поможешь. Итак, смотрите, ребята, что мы делаем. Смотрите внимательно. Так, мне мало того, что она меня несет, я хочу, чтобы она меня отнесла вместе с моим любимым аттракционом. Птичка, ты поможешь? Ты поможешь же, правда? Конечно, Ред, полетели! Спасибо, птичка, ты самая лучшая на свете птичка. И вот так вот, ребята, мы летим. Воу, что с ним случилось? Куда он вниз уехал? Мы так не договаривались, птичка. Ты что, меня убила, что ли? И как вам, ребята, я сделал небольшую перестановку в этой игре. Отныне у меня аттракцион будет находиться в этой части. Ну, как бы так бы, типа, удобнее. Можно здесь залазить, не надо идти далеко. Прям с яйца будет у меня это... экскурсия к яйцу нашей птицы. Ну и самое смешное, ребята... Это то, что он до сих пор работает. Ребята, вы не поверите, но аттракцион работает. Реально, в него можно сесть и покататься. Давайте я вам покажу, как это сделать. Возвращаемся обратно. Ой, а где аттракциона-то нету? И садимся. Давайте попробуем на... Кстати, вон, видите, тут я не могу пройти. Тут текстурка как бы невидимая. Она мешает, я не могу пройти насквозь. Но при этом я могу сесть, ребят. И сейчас я буду кататься на нем. Давайте посмотрим, что произойдет. О-оу, я в текстуре? Серьезно? Да ладно. Не, так не прикольно кататься, алло. О, кстати, с той стороны там я видел какой-то вход. Надо будет туда попасть. Так. Так. Бэмч. Все? Покатался типа, да? Ой! Упал под карту, ребята. Это не входило в мои планы. Тут у меня пошел эррор, ребята. Поэтому придется мне, наверное, переиграть. Не-не-не, у меня другой план. Я там кое-что увидел, хочу еще раз покататься. Но мне надо как-то сесть с другой стороны, чтобы меня именно на ту сторону закинуло. Давайте попробуем это сделать. Сейчас мы, ребята, и это сделаем. Так. Мне вот надо, вот тут не видно, но с той стороны там какой-то интересный ход был. Я хочу посмотреть, что там такое было. Ой, отстань ты, синий, я тебя не боюсь. Так, аккуратно, зеленый. О, боже мой, как это было близко. Ну, я же уже профессионал в этой игре, ребят, я в нее уже второй день играю. Конечно, я тут уже все знаю. О, вот туда я хочу. Ладно, я потом спрыгну туда, посмотрю, что это. Где я вообще нахожусь? Я не понимаю. Я где-то под картой, получается, да? В горе, внутри горы. Интересно, что перегородка даже у этой горы есть. Желтая причем. Так, вот туда я хочу запрыгнуть. Получится у меня или нет? Нет. Мешает. Панелька. Ну да ладно, ребята, идем дальше. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Сейчас, ребята, у меня пришла в голову другая мысль, и мы улучшим этот баг для того, чтобы можно еще круче пользоваться. Сейчас я просто его перенес на аттракцион, а в этот раз я хочу попробовать сделать так, чтобы он был выше, и чтобы я не умирал, когда им пользовался. И вот сейчас вот это я и попробую сделать. Да, ребята, вот такая вот у меня интересная идея. Так, где мое желтое такси? Алло, во. Отлично, супер. Идем ко мне. Идем, моя хорошая. Слушайте, это самая классная птичка. Вот птичку я обожаю в этой игре. Она просто супер топовая. Так, ну что, поможешь мне полетать? Нет! Да я пошутил. Ты должна меня была с аттракционом отвезти. Нет. Да, ребят, вот так вот бывает. Вы думаете, я с первого раза все записываю? Неправда. Приходится иногда очень попотеть и позаморачиваться. Эх, так, давайте огнетушители пособираем. Надо же какие-то бонусики получить за них. Идем, возвращаемся. Вот тут вот точка спавна нашей птички, поэтому можно вот сюда вот прямо около мельницы бежать за ней.
О, кстати, мельница заработала. А кто ее? А кто ее запустил? Она что ли? Получается, птица как-то крыльями ее задела или как? Я что-то не понял, не заметил, если честно. Ну что, ребята, попытка номер два. Хоп! Нет, не получилось. Давай еще раз. Птичка. Давай. Птичка. Синичка. Так, синий мне не подходит. Птичка, птичка, иди ко мне. Иди ко мне, хорошая. Опа! Да ну что такое? Да ну что такое? Да ну... Не получается сейчас. Да ё-моё. А вот здесь? Вот здесь, наверное, надо, да? Чё ты меня не хочешь брать, алё? Так, считаю до трех. И раз, два... О! Получилось, ребята, полетели, полетели. Давай, давай, ты сможешь. Да, тяжело, я понимаю. Так, ребята, сейчас я хочу выпрыгнуть. Выпрыгнуть на батут, получится, нет? Получилось, получилось, ребята. Шикарно, смотрите, как я классно остановил. Вау, идеально, просто бомбезно. Теперь, ребята, я могу кататься и прыгать обратно на батут, смотрите. Главное рассчитать, с какой стороны надо на него залезть, чтобы можно было прыгнуть прямо на наш батутик. Класс. Вот это я снайпер, ребята. Так, у меня уже максималочка, давайте отнесем. Заработаю немножечко бонусов. Ну что, я периодически открываю коробочки за 1000, которые коинсов, поэтому мне нужны они. Давайте, вот я их пойду еще 2 отнесу. Ну почему бы нет, надо же фармить в этой игре. Не только баги искать. Итак, ребята, сейчас главное сесть в правильном направлении, потому что я могу умереть, если с другой стороны сяду. Не догонишь, не догонишь. Так, садимся. Вот здесь, к примеру. О, нет. Вот с точностью наоборот. Еще 2 кресла вправо мне нужно, и было бы идеально. Ну, хорошо, ладно. Покатаемся. Не, ребят, я сейчас убьюсь, если прыгну, я так понимаю, да? Смотрите, ребята, я сейчас насколько выше. Я теперь был на самой высокой вообще точке в этой игре. О, попал, попал, у меня получилось. Кстати, а вы знаете, что отсюда можно... А, не, нельзя. Ой, подожди, а как выйти-то? А как? С другой стороны можно было выйти, а с этой нет. Ну ладно, не суть. Red Cat умер. Да, ребята, робоксы тоже не жалею ради видосиков. Приходится постоянно перезаходить, потому что много багов требует жертв. Так, давайте с этой стороны теперь. О, интересно, второй раз она сможет отнести качельку? Ладно, не буду проверять. О, все, идеально работает, ребят, смотрите. Смотрите, класс. Ждем, пока она меня поднимет. Сейчас вот спрыгну с максимальной высоты, попробую. Ну-ка. Во. Вот отсюда аж, смотрите. Ю-ху, сиганул. Вот это круто. Вот такая вот качелька, ребята. Теперь будет крутая у меня. Как вам? Нравится такая качелька? Мне очень. И да, ребята, спасибо Витнер, который, он же Визер на YouTube-канале себя называет, за то, что он мне отправил этот прекрасный, просто топовый баг. Ну и, конечно же, ребята, да ну что такое... Я вам покажу еще один топ-баг, поэтому обязательно его посмотрите. Это будет как бы продолжение этого видео. Но сейчас я хочу все-таки попробовать еще раз. Опа. Эх. Я пытался залезть сразу на аттракцион, но не получилось. Я хочу еще раз прокатиться и на этом, думаю, что закончим видосик. Мне понравилось прыгать с такой обалденной высоты. Так, заводим и погнали. Давай вверх, 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 вверх. Вверх! Выше, все выше и выше. Так, ребят, мы поднимаемся вверх, и я буду прыгать. Надеюсь, ребят, вы поставили лайк под этим видео. Обязательно подпишитесь на канал, потому что следующий баг будет не хуже. Так что не пропустите. Пока!